Праздничный концерт, посвященный Дню Матери, собрал полный зал Дворца культуры «Современник». Официальный статус праздника в России этот день приобрел совсем недавно, но уже успел завоевать заслуженную любовь. И очень хорошо, что его придумали, что... Ну, у меня нет слов даже сказать. Все прекрасно. Хотя я уж сама бабушка, но мама есть мама. Мама свекровь, это тоже вторая мама. И к ней часто ездили, и всегда собирались. Мы только что из школы, где мой ребенок выступал, а сюда мы пришли просто посмотреть, порадоваться за тех мам, которым будут вручать награды, чьи дети будут выступать. Просто посмотреть на других детишек. А сейчас ты такой нарядный, ты в концерте выступаешь? Да. А что ты там будешь делать? Ну, провольком идти. Праздничный концерт открыли самые маленькие зареченцы. Мамам были адресованы все теплые и нежные слова, звучавшие в этот вечер со сцены. Хочу пожелать уже от себя лично тепла и уюта в ваших семьях, чтобы дома было лучше, чем где бы то ни было. Спасибо. За успехи в воспитании детей, гармонию и любовь, которую создают женщины в своих семьях, им вручили благодарственные письма главы администрации города Заречного, памятные подарки и цветы. Елена Маркелова награждена благодарственным письмом за воспитание дочери Анастасии. Настя нашла себя в литературном жанре, пишет стихи, участвует в городских конкурсах. В этом году свою работу представляла на международном конкурсе «Перо России» в номинации «Сочинение». Вообще хочу большое спасибо сказать школе, лицею номер 230, который растит таланты, который занимается моим ребенком, особенно преподавателю Кириллову Михаилу Ивановичу, который большое внимание уделяет детям и развил талант в моем ребенке. Спасибо большое лицею, спасибо городу, спасибо нашим руководителям за то, что они поддерживают наших детей. Всем спасибо. Елена Маркелова – лишь одна из награжденных, но самых высоких титулов и наград достойна каждая мама. Мамина любовь и забота – это начало всех начал, основа жизни – наша опора и поддержка. Я хочу попользоваться случаем поздравить свою маму с праздником. Мамочка милая, я тебя очень люблю. Спасибо тебе за меня, за мою жизнь и за воспитание внучки. Потому что то, какая стала Настя, это только твоя заслуга. Привет, мама, поздравляю тебя с праздником.